13 июля 1826 года в Петербурге состоялась казнь виновных в попытке государственного переворота. Позже их назовут декабристами. 14 декабря 1825 года в Петербурге произошла попытка государственного переворота, вошедшая в историю как «восстание декабристов». В день присяги новому императору заговорщики вывели на площадь гвардейские части, чтобы не допустить вступления на престол Николая I. По собравшимся был открыт огонь. В результате погибло более 1000 человек. Восстание провалилось. В ту роковую ночь, 14 декабря, когда восстание уже было подавлено, с Сенатской площади вывозили сотни трупов. Все, и участники мятежа, и случайные свидетели, не могли осознать произошедшего. В воздухе висел вопрос, что это было. Все было как в тумане, и все могло начаться снова. Александр Христофорович Бенкендорф, генерал от кавалерии, герой войны 1812 года, был главным из тех, кому поручили вести следствие по этому делу. Восстание было подавлено. Теперь Бенкендорфу предстояло разобраться во всем, что произошло, и пошагово восстановить хронологию событий. Все было кончено. Все только начиналось. В ту же ночь во дворец начали свозить первых арестованных. Гауптвахта Зимнего оказалась забита солдатами, взятыми на Сенатской площади, которые сами ничего не понимали. Но первые вопросы правительства были не к ним, а к тем, кто руководил восставшими воинскими частями. Практически все свидетели на первых порах считали, что случившееся 14 декабря – результат междуцарствия, то есть отсутствие юридически легитимной власти, что возникло в России после смерти императора Александра I. За год до событий на площади государь Александр I написал завещание, в котором указал имя наследника престола. Новым императором по воле Александра должен был стать его брат Николай. Александр I сложил завещание в секретный ларец, который поместили на престол Успенского собора в Кремле. На конверте государь своей рукой сделал пометку «В случае моей смерти вскрыть прежде всякого другого действия». 30 августа 1825 года Александр I отправляется со своей супругой в Таганрог, а спустя 3 месяца столицу как гром поражает известие о его скоропостижной кончине. Император Александр I был бездетным, но имел 3 младших братьев – Константина, Николая и Михаила. По старшинству наследовать престол должен был Константин, но тот часто говорил о страхе царствовать. «Меня удавят, как папеньку». В юности он был потрясен убийством отца, императора Павла I, чей тяжелый характер унаследовал. С 1815 года Константин стал главнокомандующим польской армией, фактически наместником Польши. Другим наследником был второй брат, Николай. Кандидатура Михаила не рассматривалась, поскольку он был самым младшим и почти не имел шансов занять престол. В 1819 году Николай впервые узнал, что старший брат, император Александр, намерен сделать его наследником, но о документах из ларца Николаю не было известно. Он всегда подчеркивал, что его не готовили к трону, и воля брата для него до последнего оставалась секретом. По закону престола наследия, именно Константин должен был взять всю полноту власти в свои руки. Но еще за 4 года до смерти отца мать императрицы заставила Константина отречься от короны. Только при этом условии он мог жениться на любимой женщине.
Константин полюбил в Польше добрую, достойную и красивую девушку Жанетту Грудзинскую. Вступая в неравный для императорской фамилии брак, он терял права на корону. Тогда мать позволила Константину развестись с первой супругой, но при условии отказа от наследования престола. Константин согласился, но не простил. Теперь, когда ситуация требовала его прямого участия, когда Россия и его родной брат Николай нуждались в нем, Константину было интересно, как они выберутся сами, без его помощи. За месяц до событий на площади, в ноябре 1825 года, из Петербурга в Польшу к Константину отправился младший из великих князей Михаил Павлович. Он вез письмо, в котором родные умоляли Константина приехать и принять корону, либо обратиться к подданным с отказом от нее в официальном манифесте. Ни того, ни другого цесаревич делать не желал, забавляясь испугом семьи. В гвардии распространялись слухи о том, что власть незаконно пытается захватить великий князь Николай. Среди военных поднялся ропот. Разрядить накалившуюся обстановку мог только приезд Константина, но великий князь Михаил Павлович вернулся из Варшавы ни с чем. Положение было критическим. Армия присягала императору, который не собирался править. Видя подобное поведение Константина, на сторону Николая один за другим стали переходить военные и государственные чины. Помимо проблем с престолонаследием, Николай вынужден был принять еще более неприятные новости. 12 декабря, в день именин покойного Александра I, при разборе бумаг своего брата, Николай нашел документы, из которых узнал, что готовится антиправительственный заговор. Какой день, великий Боже! И именно в это число открыл пакеты ужасный заговор. Среди лиц, которым Николай показал почту, был и Бенкендорф. Еще 4 года назад, будучи начальником штаба гвардии, Бенкендорф заподозрил что-то неладное. Он провел собственное расследование и написал на имя императора Александра докладную записку о тайных обществах, которые ведут агитацию среди младших офицеров. Тайные общества в России возникли вскоре после войны 1812 года из ограниченного похода русской армии. Постепенно из походных армейских разговоров и масонских лож возникли кружки заговорщиков. В тайных обществах говорили о грядущем блаженстве, которое ожидает Россию в недалеком будущем, то есть после революции. Было принято собираться на так называемые русские завтраки с белым очищенным вином, водкой и квашеной капустой. С некоторого времени среди дворян стало модным быть членом какой-либо тайной организации. Собиравшиеся жарко полемизировали, высказывали свои задушевные помыслы. Наиболее влиятельными из них были так называемые «Северное» и «Южное» общества. «Северное» общество возникло в Петербурге осенью 1821 года. Предусматривало введение в России конституционной монархии. Законодательной властью должен был обладать парламент, а исполнительный – монарх. Избирательное право ограничивалось высоким по тем временам имущественным цензом в 500 рублей. Южное общество образовалось в марте 1821 года в городе Тульчине. Приняло республиканскую программу. Предполагалось ликвидировать императорскую фамилию, законодательную власть передать парламенту, а исполнительную – Державной Думе из 5 членов, которые ежегодно будут сменять на посту единоличного диктатора. Александр I внешне никак не отреагировал на предупреждение Бенкендорфа, однако постарался удалить участников подальше от столицы, в армейские гарнизоны. Сами же заговорщики, узнав, что правительству известно об их существовании, на время предпочли распустить общество. Казалось, что спокойствие в империи восстановлено. Тем не менее, работа тайных обществ не останавливалась. Заговор все эти годы зрел. Александр I умер, подарив тайным обществам исключительный шанс. Смерть императора и переприсяга
обещают серьезный политический кризис в стране. А это самый благополучный момент для выступления и захвата власти. Междуцарствие не было причиной восстания. Оно было использовано заговорщиками только лишь как предлог. Это был лучший момент, чтобы нанести удар по престолу. Ставки резко выросли. Николай понимал, выступление заговорщиков неизбежно. Тянуть с присягой нельзя. Подавить сопротивление, не допустить бунта, не допустить вспышки гражданской войны может только законный государь. Именно поэтому, как можно скорее, на послезавтра, на 14 декабря, была назначена переприсяга Николаю. И именно поэтому, чтобы успеть захватить власть до воцарения Николая, заговорщики назначили выступление в то же утро, 14-го. Молодой император не знал, что его ожидает на следующий день. Ночью, накануне, он сказал жене. «Поклянись, если завтра придется умереть, то умереть с честью». В это же время на квартире заговорщиков заканчивалось последнее заседание. Расходились с затаенной тревогой. Государю известно о заговоре, заговорщикам о том, что их действий ждут. Исход предугадать невозможно. Единственный вопрос – кто сделает первый шаг? Чтобы продвинуть следствие вперед, Бенкендорфу было необходимо связать воедино все детали, опутывающие дело. Он начал пошагово восстанавливать события 14 декабря, сопоставлять время, выяснять, кто и где был в разные моменты восстания. Его задача – полностью восстановить картину событий. 14 декабря, 6 часов утра. Зимний дворец. В личных покоях Николай облачается в полную парадную форму. Вместо красной ленты, полагавшейся великому князю, он надевает синюю, императорскую. В зале приемов уже собрались высшие военные чины. Начинается присяга в пользу Николая. 9 часов утра. В казармах Московского пехотного полка несколько офицеров из числа заговорщиков агитируют солдат отказаться от новой присяги, сообщив, что великий князь Михаил Павлович якобы находится под арестом в Варшаве. Сам же великий князь в этот час пересекает Нарвскую заставу и въезжает в Петербург. В руках он держит письмо брата Константина с окончательным решением об отречении. 9:15. Взбунтовавшийся московский пехотный полк выходит из казармы. Но пятеро старших офицеров полка преграждают путь мятежным солдатам. Выхватив саблю, один из мятежников наносит несколько ударов, чтобы убрать со своего пути несогласных. С развернутым георгиевским знаменем мятежные солдаты переступают своих смертельно раненых офицеров и выходят на улицу. Восстание началось. Ночь. Теперь виновных одного за другим привозили во дворец. Потерянными себя ощущали люди по обе стороны следственного стола. В половине 12 ночи Николай по горячим следам написал письмо Константину в Варшаву, в котором просил разрешения о назначении нового главнокомандующего Петербургом. Таким образом, император еще не осознавал себя законным государем. Опаздывал за событиями. Не лучше ощущали себя и заговорщики. Каждого мятежника привозили в крепость после допроса у Николая, который писал записку коменданту, указывая на условия содержания. Секретно, строго или просто. Пытки были категорически запрещены. Установился порядок, при котором император лично беседовал с каждым подозреваемым. В первый же вечер он увидел Рылеева. Кондратий Рылеев, отроду 30 лет. Отставной поручик, участник заграничного похода русской армии. Правитель дел канцелярии российско-американской компании. Поэт. Один из руководителей общества заговорщиков. Рылеев жил в доме главы российско-американской компании. Заговорщики собирались у него на квартире. 14 декабря Рылеев появился на площади очень поздно, когда уже стало ясно, что восстание провалилось.
а в 7 часов вечера все вновь собрались у Рылеева, чтобы договориться о показаниях и о том, как вести себя на допросах. Затем Рылеев заперся у себя в комнате, где его и арестовали. В полночь его доставили в Петропавловскую крепость с запиской Николая. Император запретил связывать арестанту руки и приказал предоставить, сколько потребуется бумаги с чернилами. Рылеев был весьма откровенен на следствии. В частности, из его показаний стало известно о плановых убийствах членов императорской фамилии. Взрыв подготавливался с давних пор, чтобы умертвить нас и установить республику. Республика – форма государственного устройства, при которой глава страны избирается населением, то есть власть исходит снизу, от народа. Законодательная власть принадлежит парламенту. В тот момент республиканский принцип исповедовали Швейцария и Соединенные Штаты. За установление республики велись гражданские войны в странах Латинской Америки. В результате французской революции в конце 18 века республика ненадолго стала Франция, вернувшаяся к монархии при Наполеоне Бонапарте. Однако большинство государств оставались монархиями. Их главами были единоличные властители – монархи, получавшие власть по наследству и утверждавшие ее на религиозном праве, то есть сверху, от Бога. В XIX веке в России о правах человека и гражданина заговорили более широкие массы дворянства, получившие европейское образование, в частности, армейские офицеры. Остальные сословия пока не обсуждали подобные вопросы. Итак, Рылеев начинает давать показания. Он не скрывает своей ключевой роли в организации заговора, но вместе с тем упоминает имена многих своих соратников. Дело постепенно начинает распутываться. Показания организаторов заговора открывают Бенкендорфу новые и порой неожиданные факты. Вновь и вновь, шаг за шагом, Бенкендорф прокручивает все, что происходило в тот роковой день. 10:15. Дворцовая набережная. К парадному входу Зимнего дворца прибывают экипажи. Залы полны гостями, приехавшими поздравить императорскую чету. В Большой церкви Зимнего идут последние приготовления к торжественному молебну. В это время вдовствующая императрица Мария Федоровна пишет послание своему сыну Константину в Варшаву. «Все совершилось, как вы и желали. Николай провозгласил себя государем». Но ее отвлекают тревожные голоса с улицы. В окно она видит, как на Дворцовую площадь со всех сторон стекаются толпы горожан. В этот час императору докладывают, что московский лейб-гвардейский полк отказался от присяги и покинул казармы. 10:40. Мятежный полк числом около 700 человек уже движется по Гороховой улице в сторону Сената, увлекая за собой толпы зевак. Николай решительно берет манифест и покидает кабинет. Императрица-мать Мария Федоровна спешит через анфиладу в комнату невестки. Обе подбегают к окнам. 10:50. Внезапно тяжелые двери распахиваются, и на крыльце Зимнего дворца появляется император. Он выходит прямо к народу. Гул стихает. Во время восстания и сразу после него основная масса вышедших на Сенатскую площадь солдат думали, будто речь идет о правах Константина на престол, и не подозревали, что участвуют в заговоре тайных обществ, что заговорщики использовали их обманным путем. О провозглашении Конституции у них тоже были свои представления. Опрошенные рядовые считали, что Конституцией звали польскую жену Константина. Становилось очевидно, для руководства военным переворотом одного отставного поручика-поэта Рылеева было явно недостаточно. Во главе мятежа наверняка стояли высшие армейские чины. Когда начались допросы участников восстания, некоторые показали на Николая Мордвинова. Николай Мордвинов, отроду 71 года. Граф, адмирал, бывший морской министр. Председатель Департамента гражданских и духовных дел Государственного совета. Воспринимался в России как либеральный деятель, поклонник английской политической системы. Участники тайных обществ
намеревались пригласить его в новое революционное правительство. Молодой император вспомнил один случай, как в ночь с 13 на 14 декабря он собрал членов Государственного совета для прочтения манифеста о своем восшествии на престол. Все слушали в глубоком молчании и по окончании чтения глубоко мне поклонились. Отличился Мордвинов, всех первый вскочивший и ниже прочих поклонившийся. А вечером того же дня, когда мятеж на Сенатской был уже подавлен, Николай вновь созвал заседание Госсовета, где рассказал министрам о заговоре. Старик Мордвинов слушал особенно внимательно, и выражение его лица показалось мне особенным. Кроме должности в Госсовете, Мордвинов был председателем российско-американской компании. В его доме целый этаж занимал управляющий компанией Кондратий Рылеев, у которого собирались заговорщики. Мог ли Мордвинов не знать о происходящем? Подозрения падали и на других видных государственных деятелей. Дознавались об этом крайне аккуратно, выделив позднее в секретное делопроизводство. Даже его материалы хранились отдельно. Среди заговорщиков на Сенатской площади не было ни одного старшего офицера, командиров полков, дивизий, бригад. Если бы такие тяжеловесы очутились во главе восстания, правительству не удалось бы с ним справиться за один день. Самым заметным военным среди заговорщиков был полковник Сергей Трубецкой. Князь Сергей Трубецкой, отроду 35 лет, полковник, дежурный штаб-офицер 4-го пехотного корпуса, участник войны 1812 года и заграничных походов, награжден 4 боевыми орденами. Деятельность в тайных обществах начал с 1816 года. Основатель и один из руководителей Союза спасения, председатель и блюститель Союза благоденствия, создатель и руководитель Северного общества. С 11 по 13 декабря Трубецкой составлял свой манифест, который по плану и должен был провозгласить Сенат. Именно поэтому и планировалось идти к Сенату. Накануне восстания князя Трубецкого провозгласили диктатором, то есть единоличным руководителем. Император видел Трубецкого в тот роковой день. Бенкендорф продолжал восстанавливать поминутную хронологию событий восстания 14 декабря. 11 часов утра. Московский пехотный полк выходит на пустующую Сенатскую площадь. Они опоздали. К тому времени все члены Сената уже присягнули и разъехались по домам. Дальнейшие указания должны последовать от диктатора Трубецкого, но его на площади нет. В ожидании полк выстраивается в каре возле памятника Петру Первому. 11:15. На Дворцовой площади Николай дочитывает манифест о восшествии на престол. Народ принимает государя, кричит «Ура!». Николай отдает распоряжение доставить детей из Анечкова дворца в Зимний, а саперному батальону взять дворец под охрану. На Сенатскую в это время стекаются толпы зевак. Московский полк по-прежнему стоит в одиночестве, ожидая диктатора Трубецкого. А в это время в казармы полка прибывает его шеф, великий князь Михаил Павлович, младший брат Николая. Оставшаяся часть солдат приносит присягу и также выдвигается на Сенатскую, но на стороне Николая I. 11:30. На Дворцовой площади внимание императора привлекает некий офицер, стоящий в арке главного штаба. Только присмотревшись, Николай узнает в нем полковника Трубецкого. На квартире Трубецкого нашли план восстания. Но самого князя не было. Он скрылся в особняке своего родственника, австрийского посла. Оба они были женаты на сестрах, и посол не хотел выдавать свояка, ссылаясь на дипломатическую неприкосновенность. Когда за Трубецким явились жандармы, то нашли его в молельной комнате, крайне испуганным и подавленным. Оказавшись перед императором, он шатался, и Николай уступил ему место на диване. Перед началом допроса государь сам продиктовал Трубецкому записку к жене. У меня все хорошо. Я буду жив и здоров.
Бецкой не явился на площадь. И, по мнению многих заговорщиков, это определило провал восстания. Свою ответственность за жизнь людей князь осознал, только услышав пушечные залпы. Неявка Трубецкого поставила восставших в трудное положение. Тем временем на стороне правительства, где высоких военных чинов хватало, решимость тоже была проявлена далеко не сразу. Инициативу попытался взять на себя генерал-губернатор Милорадович. Все детали произошедшего с Милорадовичем были известны Бенкендорфу почти сразу. Проводя следствие, он выстраивал точную хронологию событий. 14 декабря, 12 часов ровно. Стоя у ворот конногвардейских казарм, Милорадович на протяжении 20 минут ждет построения. Но кирасиры саботируют приказ генерала. Вспылив, Милорадович произносит: «Не хочу вашего говеного полка, я один покончу с этим делом», и отправляется на Сенатскую. 12:15. По Невскому проспекту в сторону Зимнего дворца несутся сани, в которых сидят дети императора. Со всех улиц густая толпа народа всякого звания и возраста стекается ко дворцу и к сенату. 12:20. Рота лейб-гренадерского полка, отказавшегося от присяги Николаю, выходит из казармы и прямо по льду Невы направляется на захват Зимнего дворца. 12:30. Финляндский полк, следующий в поддержку мятежников, достигает Сенатской площади. Но командир не решается пробивать живое заграждение из верных императору войск и останавливает свой полк посреди Исаакиевского моста в качестве резерва. 12:40. В толпу верхом на коне врезается генерал Милорадович. Он продвигается к бунтовщикам и останавливается в 10 шагах. Звучит команда «Смирно», и солдатские крики умолкают. Генерал обращается к восставшим, пытаясь их образумить. На протяжении 20 минут солдаты внимают его словам. Настроение в рядах восставших постепенно меняется. В конце концов из толпы раздается возглас: «Ура, Милорадович!» Генерал разворачивает коня, чтобы увести мятежный полк с площади. Не желая допустить этого, князь Оболенский выхватывает у солдата штык, чтобы ударить коня, но попадает генералу в бок. В этот момент раздается выстрел. Пуля, пущенная Каховским, попадает в спину Милорадовичу. Следом за выстрелом Каховский бросает в Милорадовича свой пистолет, который сбивает с головы шляпу. Генерал падает с коня на руки своего адъютанта. Первая кровь пролита, черта пройдена. Петр Каховский, отроду 28 лет. Начал службу в 1816 году юнкером в лейб-гвардии егерском полку. Но вскоре был разжалован в рядовые и сослан на Кавказ за неповиновение по службе и воровство конфектов из кондитерской лавки. В 1825 году вернулся в Петербург, где познакомился с Рылеевым и был принят в Северное общество. Каховский – одна из самых загадочных фигур среди заговорщиков. Он появился в их рядах поздно, был знаком немногим и сам вызвался совершить цареубийство. Есть сведения, что он питал ненависть лично к великому князю Константину Павловичу, который разжаловал его в рядовые. Другие легенды связывают поступок Каховского с несчастной любовью. Родные не отдали барышню замуж за незнатного и небогатого соседа. Незадолго до восстания Каховский собирался отправиться в Грецию и, как лорд Байрон, сражаться за ее независимость от турецкого ига. Каховский сильно бедствовал и часто брал в долг у Рылеева. Тому даже как-то пришлось оплатить его счета у портного. Родственных связей он не поддерживал и был единственным из декабристов, кто не вел во время следствия переписки. У Каховского не было ни одного близкого человека. В показаниях подследственные говорят, что он отчаянный, неистовый, пылкий и решительный, готовый на самоотвержение, готовый на обречение. Каховский был одержим идеей цареубийства, неоднократно просил предоставить ему это право. Он оттачивал мастерство стрелка, поочередно произнося имена своих жертв, каждого члена августейшего семейства. В своих показаниях заявил: «Мы готовы для цели общества убить кого угодно. С этими филантропами ничего не сделаешь, тут просто надобно резать».
Шаховского, как совершенно одинокого человека, декабристы наметили цареубийцей. Но 14 декабря на Сенатской площади он убил петербургского генерал-губернатора Милорадовича и полковника Стюллера, ранил свитского офицера, а убить нового царя не решился. Убийство прославленного генерала в планы заговорщиков никак не входило. Тогда почему это сделал Каховский? Провокация? Или он почувствовал, что Милорадовичу удалось усмирить солдат? Авторитет генерала, героя войны 812 года, его слова и его твердость сделали свое дело. За несколько часов до смертельной пули рано утром Бенкендорф видел Милорадовича. Грудь генерала была покрыта двумя дюжинами звезд и крестов. Когда позже среди толпы солдат, готовых сорвать присягу, Милорадович обратился к мятежникам, он показал им шпагу, которую когда-то подарил ему цесаревич Константин. Своим примером он подтверждал истинность присяги Николаю. Солдаты начинали слушать. Брина! Кто из вас хоть слышал об этих сражениях? Никто? Никто не был, никто не слышал. Слава Богу! Здесь нет ни одного русского солдата. Офицер! Из вас верно был кто-нибудь со мной? Офицер! Никто! Бог мой, благодарю тебя. Здесь нет ни одного русского офицера. Если бы тут был хоть один офицер, хоть один солдат, то вы знали бы, что Милорадович не может быть изменником своему другу и брату своего царя. Не может! Каховский тоже слышит эту речь, но выстрелить решается только в спину. Пуля прошла до груди. Раненого Милорадовича отнесли на гауптвахту кирасирского полка, которая находилась поблизости. Пока генерал-губернатора переносили и перекладывали на кровать, кто-то, вертевшийся рядом, успел украсть золотые часы и снять с мундира все ордена. Милорадович был в сознании и попросил позвать своего хирурга, чтобы вырезать пулю. Он побывал в 55 сражениях, и ни одна шальная или вражеская пуля не смогла поразить его. А тут выстрел в спину у себя дома, своим же соотечественником. Пуля оказалась самодельной, на ней была сделана засечка, чтобы усилить поражающий эффект. Когда пулю извлекли, генерал радовался. Он до самого конца верил, что его не мог убить русский солдат. декабря, 13:20. Дворцовая площадь. Николаю докладывают о ранении Милорадовича. Император требует немедленно вывести конную гвардию и вести ее на площадь. Спустя 20 минут конногвардейский полк выходит из казарм. Вместе с гренадерской ротой Преображенского полка Николай движется на площадь. 13:30. Во двор Зимнего дворца толпой врываются 900 человек гренадерского полка, вышедших из повиновения. Они надеялись захватить Зимний, но опоздали. Дворец оцеплен и охраняется саперным батальоном. Осознав это, лейб-гренадеры движутся по Адмиралтейскому бульвару в сторону Сената, где сталкиваются с Николаем, его свитой и кавалергардами. «Мы за Константина!» – выкрикивает поручик Панов. Император отвечает, указав в сторону Сената. «Когда так, то вот вам дорога!» Толпа мятежных гренадеров молча следует мимо нескольких сотен примкнутых штыков. 13:40. Гвардейцы выстраиваются таким образом, чтобы перекрыть сообщение с Невой. Часть московского полка, верная правительству, занимает позицию устроящегося Исаакиевского собора. Полки Семеновский, Павловский и Преображенский занимают улицы, прилегающие к Сенатской площади. 13:50. Сломав заслон Павловского полка,
На площадь врывается гвардейский экипаж и под крики ликования примыкает к восставшим. Лейб-гренадеры также пробиваются сквозь заграждение правительственных войск и присоединяются к своим товарищам. На этом приток сил к восставшим заканчивается. К этому моменту общее число мятежных войск составляет около 3000 человек. Правительственные войска на площади насчитывают около 10 тысяч. 14.00. Николай со свитой следует на Сенатскую площадь. По пути к нему приближаются иностранные послы с предложением присоединиться, чтобы доказать законность его прав на престол. Николай вежливо отказывается словами: «Это дело семейное, незачем впутывать в него Европу». Иностранные послы остаются наблюдать за событиями со стороны. Всю ночь после восстания виновных одного за другим привозили во дворец. Император не спал вторые сутки. Тоже можно было сказать и о главных заговорщиках. Происходящее напоминало дурной сон. К утру мы все походили на тени и едва могли двигаться. Нужна была особая твердость ума, чтобы всем хаосе не потеряться. Начало гражданской войны пока никто не исключал. А перед следствием разворачивался заговор аристократов, желавших устроить новый дворцовый переворот. Чему подтверждением стало и множество анонимных писем с угрозами жизни царя, которые обнаруживали в Зимнем дворце. Большинство из них подбрасывали родственники мятежников. В городе оставались еще не арестованные члены тайных обществ. И любой из них при известной смелости мог проникнуть во дворец, чтобы убить царя. Утром 15 декабря через комендантский подъезд спокойно вошел штабс-капитан лейб-гвардии Драгунского полка писатель Александр Александрович Бестужев-Марлинский, член Северного общества, бывший на Сенатской площади. Он обошел весь дворец и явился перед императором. Примите мою повинную голову. Но раскаивались, как Бестужев, далеко не все. Среди заговорщиков были люди, которые добровольно вызывались покончить с императором. Среди них видное место занимал знаменитый кавказский рубака Александр Якубович. Александр Якубович, отроду 33 лет, капитан Нижегородского драгунского полка. В 1817 году за участие в дуэли был переведен из гвардии в армию и сослан на Кавказ. В одном из боев с черкесами был ранен в лоб и впоследствии постоянно носил черную повязку, так как рана не заживала. В начале 20-х годов приехал в Петербург, где вскоре сблизился с членами Северного общества. Не раз вызывался лично убить императора Александра. Впоследствии на допросе Якубович сознавался, что не имел намерения приводить в исполнение свои угрозы и только хотел удивить товарищей своей отвагой. Отвечая на вопросы следствия, Якубович нередко впадал в состояние, близкое к экстазу. Его показания отличались большой путанностью, которую он пытался скрыть за высокопарным слогом, доходя порой при этом до откровенного похвальства. Нам не удалось, мы пали. Но для грядущих смельчаков нужна жертва. Так пусть меня расстреляют подле памятника Петра Великого. Следствие становилось более детальным. Бенкендорф продолжал восстанавливать поминутную хронологию событий восстания 14 декабря. 14.30. Через толпу свитских генералов к императору беспрепятственно проходит драгунский офицер. Это Александр Якубович. Он встает по левую сторону от коня и обращается к Николаю.
Адъютант Бенкендорфа замечает спрятанный в кармане Якубовича пистолет, но явно не успевает предупредить. Якубович опускает руку в карман. В эту секунду, словно предчувствуя, Николай наклоняется и берет Якубовича за руку. Они смотрят друг на друга в упор. И по какой-то неведомой причине Якубович уходит прочь. 14:50. Из церкви Зимнего дворца выходят представители духовенства. Держа в руках хоругвии, иконы и святые дары, духовные отцы прибывают на площадь. Мятежники встречают их насмешками и бранью. 15:00. Двое рабочих с лесов Исаакиевского собора сталкивают бревно. Оно падает рядом с императором. 15:10. С позиций восставших начинают стрелять. Услышав выстрелы, испуганная толпа срывается с места и лавиной движется в сторону государя. Рискуя быть раздавленным толпой, император поднимается в стременах и громко выкрикивает: «Шапки долой!» В это мгновение все головы обнажаются, и толпа расступается. 15:20. Против мятежников выдвигаются 4 орудия. Одно от конногвардейского манежа и 3 со стороны Адмиралтейского бульвара. 15:30. Опускаются сумерки. С наступлением темноты ситуация окончательно выйдет из-под контроля. Генералы требуют незамедлительно открыть огонь. Государь медлит. Уже 15 января возникла следственная комиссия в составе 9 наиболее доверенных лиц. Тайный комитет для изыскания соучастников злоумышленного общества. Все допросы проходили по одному порядку. Арестованного с повязкой на глазах вводили в комнату заседаний комитета. Он останавливался в 10 шагах от стола, и начинался допрос. Часто по разные стороны следственного стола оказывались знакомые, даже друзья Бенкендорфа. Князь Сергей Волконский, служивший во 2-й армии на юге и намеченный заговорщиками в качестве сугубо военного предводителя восстания, когда-то воевал с Бенкендорфом в одном партизанском отряде. Они вместе вошли в Москву, оставленную Бонапартом, вместе опечатывали соборы Московского Кремля, загаженные неприятелем. Я был полон сострадания. Это были дворяне, почти все из хороших семей. Многие служили со мной, а некоторые были моими товарищами. Довелось Бенкендорфу встретить и молодого мичмана Александра Беляева, с которым в ноябре 1824 года, во время наводнения в Петербурге, они вместе спасали людей. Однажды Беляев спас жизнь Бенкендорфа, вытянув генерала-адъютанта из ледяной воды. Ты знаешь, чем я тебе обязан. Ты мне как сын. Я не посоветую ничего, что могло бы уронить твою честь. Расскажи, что знаешь, и я тебя вытащу. Обещание было исполнено. Беляев попал на Кавказ, выслужил свободу и со временем владел собственным пароходом на Волге. Однако на допросах все вели себя по-разному. Кто-то отвечал далеко не с первого раза, кто-то, напротив, был излишне откровенен. Поручик, поэт Александр Адоевский, накануне восстания провозглашавший «умрем, ах, как славно мы умрем», теперь просил допустить его в комитет для разоблачения товарищей. «Дело закипит. Я наведу на корень зла. Мне это приятно. Назовут даже таких, которых ни Рылеев, ни Бестужев не знают». Показания членов тайных обществ полны взаимных разоблачений. Большинство мятежников просто были напуганы и старались спастись в надежде на милосердие государя. Князь Волконский на первом же допросе назвал более 20 имен. Каждый допрос полковника Трубецкого прибавлял в списке заговорщиков десятки новых имен. Больше всех назвал Евгений Оболенский. В списках зачастую встречались офицеры, принятые в члены общества без их согласия. Есть и такие, которые не знали о том, что числится среди заговорщиков. Порой руководители тайного общества назначали людей в цареубийцы, не ставя их в известность. В списках вовлеченных в заговор
значилось 579 имен. Но две трети из них оказались оговорены. Заговорщики стремились перечислением множества имен придать движению вес в глазах правительства. Из 579 фамилий, которые так или иначе упоминались в показаниях, непричастными оказались 173. Привлеченными по ошибке 13 человек, умерших задолго до восстания 22 человека, доносчиков 18 человек, умалишенных 9 человек, неустановленных лиц 4 человека, привлеченных по ложным доносам 107 человек. Всего из 579 упомянутых только 259 человек подверглись аресту. Причем многие были выпущены сразу же при установлении непричастности к заговору. 20 арестованным после освобождения из-под стражи были выданы денежные компенсации. Поначалу всех задержанных солдат помещали в крепости, но после выяснения личности каждого возвращали в часть. Если в полку оказывалось много участников выступления на площади, то полк расформировывали, отправляя солдат в другие полки, как правило, за пределами столицы. Большинство нижних чинов, принявших участие в восстании, уже вечером возвратились в казармы и занялись своими обычными делами по службе. Трудно было представить, что днем они побывали в рядах мятежников. Следствие подходило к самому страшному моменту восстания. Теперь Бенкендорф уже точно знал, без применения силы остановить мятеж было невозможно. 14 декабря, 16 часов 15 минут. Не дожидаясь темноты, Николай I отдает приказ стрелять картечью. Но приказ не исполняется. Артиллеристы не решаются стрелять по своим. Командующий орудием офицер сам прикладывает фитиль к запалу. Раздается выстрел. Картечь рассыпается. Одни пули ударяют в мостовую и поднимают рикошетами снег. Другие вырывают несколько рядов из строя восставших, третьи попадают в толпу зевак. Зимний дворец. Слыша залп, молодая императрица падает на колени и начинает молиться. В соседнем покое у высокого окна дети императора подпрыгивают, чтобы разглядеть происходящее. В доме австрийского посла Трубецкой со словами «Эта кровь ляжет на мои плечи» без сознания падает на пол. Сенатская площадь. Первый выстрел приводит восставших в смятение, но они продолжают стоять. Звучит второй залп и вырывает из рядов мятежников десятки солдат. На площади начинается паника. Толпа бросается в рассыпную. Следует третий выстрел. Михаил Бестужев бежит в сторону Невы, пытаясь строить на льду свой отряд. Но падающие ядра ломают лед, и десятки солдат проваливаются в ледяную воду. В это же время на Галерной улице поручик Панов вместе с лейтенантом Кюхельбеккером также пытаются выстроить взвод, чтобы оказать сопротивление, но пушечные удары заставляют солдат бежать. Толпы зевак в панике покидают площадь. Начинается давка, в которой гибнут сотни людей. К 5 часам вечера восстание подавлено. Начинаются аресты его участников. Государь возвращается во дворец. В домовой церкви, где с утра готовились к присяге новому государю, начинается заупокойная литургия по погибшим. 14 декабря 1825 года на Сенатской площади погибли 1271 человек. Главным образом из зевак. Военные потери составили 1 генерал, 18 офицеров, 282 солдата. Гражданские – 970 человек. Утром 20 декабря 1825 года Николай I собрал в Зимнем дворце дипломатический корпус. Он считал нужным гласно объяснить происходящее. Я хочу, чтобы Европа узнала истину о событиях 14 декабря. Ничего не будет утаено.
Неожиданная кончина Императора послужила лишь предлогом, но не причиной восстания. Это не военный бунт, а обширный заговор, корни которого уходят к 1815 году, когда несколько офицеров прониклись революционными учениями. К несчастью, в деле замешано множество благородных семейств. Таковы были предварительные итоги следствия. Но никто из государственных мужей пока не догадывался, что еще им предстоит узнать.